любимый, иди сюда, наверное. А вот для чая, для сахара. Это сахарницы, как хозяйка говорит. Вот заварки, наверное, какие-то, или просто чаек пить. Ну и непосредственно, куда ж деться без чая, без наборов, каких-то горных наборов трав. И светильники. То есть, ну все, в принципе, для хорошего подарка. Спасибо. Вот. Ну и таких лавок, конечно, здесь достаточно много. А теперь посмотрите, как красиво все-таки. То есть мы видели с той стороны один палец, второй палец, третий палец, четвертый палец. Ну и здесь вот какой-то у них громкоговоритель. Наверное, тоже, ну, связано с Кораном все. И, соответственно, здесь, наверное, эта музыка у них мусульманская и идет. Точно так же, смотрите, можно, знаете, купить различных мишек. Мяу-мяу-мяу. Или вот в машину на лобовое стекло. Здорово. Ну и опять же, вот эти все вот... Сомневаюсь, конечно, что это одна бабушка все делает, потому что уж слишком много этого всего. Но не знаю. Ну вот, как-то так, ребят. Что тут можно еще сказать? Здорово, красиво. Летом, ну, просто одно удовольствие. Приезжайте. Здесь можно останавливаться на ночлег. А вот. А, тут есть места, где можно спокойно отдохнуть. Допустим, вот чайхана. В этой чайхане, допустим, можно не только попить чайку, не только съесть классных чебуреков, очень вкусных. Я лично останавливался... Да, всегда останавливался именно вот здесь, в этой чайхане. И здесь, ну, просто атмосфера очень классная, очень вкусно. Вкусные чебуреки. Я уверен, что здесь у всех очень вкусные чебуреки. Но при этом я почему-то всегда оставался вот здесь, потому что, скорее всего, вот именно вот это здание здесь очень давнее. И основная кафешка была именно вот здесь. А потом уже начали появляться вот эти все остальные места. Ну и здесь можно, кстати, не только отдохнуть, да, можно на несколько дней даже снять комнату. А если смотреть туда дальше, то там тоже сдается уже, и причем очень много сдается ночлежки, ночлега. Конечно, вот такие дома строят большущие, и таких домов крайне много здесь. Вот под красной крышей, если вы видите, там вдалеке. Все это на дровах. Шашлыки, машлыки, все очень вкусно, наверное, овощные там шашлыки. А вот здесь вот прогулки на УАЗах. Запоминайте номер телефона, если будете. Ну и, как вы видите, здесь вот запах. Можно нюхнуть? О, хорошо, смотрите, какие шашлыки. Просто здорово. И здесь еще какой-то овощной. Это помидорки и... Как он называется? Перец и баклажан. Ну, выглядит супер, ребят. Пробовать надо. Пробовать, говорит, надо. Конечно, надо. Вот такая стояночка. То есть здесь уже все довольно прилично, все довольно красиво. Вы только посмотрите, как сделана вот эта стенка. Ну, просто роскошно. Так, сейчас опять посмотрю. Нет. Давайте я вам вот так покажу, да, ребят? Вот так гораздо лучше смотрится эта стенка, она просто роскошная. Но здесь немножко не хватает света, но в любом случае кипарисики то, что нужно. Вот так это выглядит. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что были. Мы с вами были вместе полчаса, и я тут на дороге стою, меня могут сбить. Что я вам хочу сказать? Приезжайте обязательно на Мангуб-Кале, любуйтесь этой природой, вот этой красотой всей. Даже в озере, наверное, можно купаться. Приезжайте, рыбачьте, просто получайте удовольствие. Можно приехать сюда, купить какие-то безделушки красивые, какие-то вот тарелочки, я не знаю, мягкую игрушку, одежду какую-то. В любом случае, вам нужно приехать, посмотреть, почувствовать эту атмосферу и просто получать удовольствие от жизни. Ни больше, ни меньше. Подписывайтесь на канал. Желаю вам всего доброго. Ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть еще.
Ну а на сегодня это все. Всего доброго. С вами был Дмитрий Яковлев. Приезжайте в Севастополь. Пока-пока.